Зира, так и я. Прям очень доволен, когда пью водюлечку. Кей-Юку, спасибо за подписку. Ладно, погнали. Погнали. Сюжет, я так понимаю. Вы просили меня именно в сюжет поиграть. У меня здесь есть несколько сейвов, которые я когда-то... Которые я когда-то гонял. Никитос Полтос 98, спасибо за подписку. Да. Ну, я так немного поигрывал, но это когда было? То есть, последний раз я играл в эту игру... Ну, кстати, не так давно, это июнь, наверное. Ладно. Это прошлый год, скорее всего. То есть, да, это прошлый год. Заново. Татарин из Руспорева. Господи. Так, удалите всю ветку. Да я вообще готов все ветки удалить, мне как бы наплевать. Погнали, заново. Удалить. Все. Игра сюжетная такая, но я не знаю, я постараюсь как можно быстрее играть, потому что я лично не понимаю, зачем выбрана эта игра на сабдее, но если что, последний сабдей, голосование у него проходили так. Выбирались игры на рандоме, как обычно, и потом было голосование с 4 или 5 игр, и раз Papers, Please дожило до этого момента, то значит людям действительно это было интересно. Поздравляем. Подведены итоги октябрьской лотереи рабочих мест, вы победитель. Немедленно обратитесь в Министерство въезда на пропускном пункте Грештин, чтобы вступить в должность. Вашей семье будут предоставлены квартиры в Восточном Грештине в жилом доме 8 класса. Фрэнсис Форевер. Спасибо за подписку, братья. Я сейчас не буду смотреть, кто подписался, кто переподписался, потому что, ну, сами понимаете, Слава Аристоцкий и все такое. Игра висит. Ага. Сейчас попробую это изменить. Так. Хорошо, так она не хочет работать. Я понял, что висит, ребят. Сейчас отвиснет. Не переживайте. Не будьте отрицательно настроенными ко всему. Сейчас я починю. Сейчас я все прекрасно сделаю. Эхо-муха. У меня дальше не тянется. Во. Сейчас. Сейчас все будет. Колян Ф, спасибо за подписку. Ну, собственно говоря, давайте тогда заново. Заново. Раз вы не видели, я не хочу, чтобы вы прям теряли хоть секунду этой шикарной игры. Этой великолепной игры. Итак, сюжет. Так. Заново. Вот что вы пропустили. Поздравляем. Ну, соответственно, вы выиграли лотерею. Это то, что я читал. Заставника просто 10 из 10. Слава Арстоцки. Все. Так что не надо было мошнить. Все нормально. Все нормально. Илья, я выиграл Max Payne 3, я вернулся. Сейчас ты это уже никому не докажешь. Пора на работу. Ноябрь 23, 1982 год. Прям как год, в который родился Нефёдов. Аристоцкий, министр въезда, официальный бюллетень, инспектор, добро пожаловать на пограничный пропускной пункт, возьмите паспорт, поставьте печать на странице визы, на въезд, верните документ владельцу. Въезд разрешен только гражданам Аристоцки, всем иностранцам отказ. Внимательно проверяйте, какой страной выдан паспорт. Ну, это легко, первый день, только жители Аристоцки. Мне тогда нужно вот сюда. Сразу откроем карту регионов, чтобы меня не обманули Аристоцка. Все, погнали. Работаем, работаем. Следующий! Быстрее, быстрее, быстрее. Да, 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 конечно. Так, это у нас Арстоцка, Бонч Бруевич, Орвич Ванор, точнее, 25.04. У нас 82-й год, значит, все правильно. Это женщина, очевидно. Все, разрешаем. Первый паспорт, на самом деле, всегда правильный, кроме отдельных случаев, поэтому я зря заковырялся. Давайте, следующий, следующий, следующий. Погнали, погнали, погнали. Быстрее.
Основная это игра на скорость. Люди просто не понимают на самом деле то, что это игра на скорость. Это не игра на внимательность, на проверку и так далее. Они проигрывают именно из-за того, что играют слишком. Разглядывают каждый документ по 20 часов. Вот и все, пошла вон банал. Давай быстрее. Давай. Не могу поверить. Да пошел ты, да пошла ты. Соси у буйвола. На границе Казахстана, республика какая-то, пошел нахер отсюда. Просто надо быстро все делать, и тогда все будет нормально. Какой-нибудь Хованский там смотрит по 50 минут в каждый паспорт и в итоге не может семью прокормить. Что это? Пункт вообще зря открыли. Ну окей, ты мое время только отнимаешь. Не хотел бы я на самом деле, чтобы вы встретились с таким, как я, на каком-нибудь паспортном контроле, но что делать? Что делать? Алерт не работает. Будет работать. Не мошните. Вы меня отвлекли, я больше на вас времени потратил, чем на людей. Так, это что у нас? Аристотск, Орвич Банор, 80-37. Тимофей. Тимофей, давай. Молодец. Хороший паспорт. Должны работать оповещения. Я проверю в ближайшей паузе, когда день закончится. Вот, видишь, все работает. 100 рублей от Милы Лилы. Без сообщения, или может быть с сообщением, но я его пока не вижу. Не отвлекайте в любом случае. Спасибо огромное, Мила Лила, но надо спешить. Никаких донатов во время Papers, Please, иначе я буду очень злой. Так, калечи. Нет. Катись свои калечи. Калечи это вообще, насколько я понимаю, главный географический враг нашей замечательной страны. Или импор, я уже не помню. Но в любом случае, пока первый день, на нем мы можем заработать неплохую сумму, потому что здесь даже проверять ничего не надо. Просто раздавая отказы и становись богачом. Не-не-не, не надо отключать чат. Не надо ничего отключать. Чат это хорошо. Я люблю чат. Так, женщина Парадизна, 51-й, да, давай, жируха, иди, давай, стране молоко, следующий, не успел, я думаю, что здесь я максимум еще одного человека мог. Так, зарплата за 12 человек, $40 осталось, ну, я пока не буду есть и топить, только за жилье заплатим и спать, нечего. Пропускной пункт Грештин. История успеха. Правила стали мягче. Разрешен въезд иностранцам. Ну, давайте почитаем. На каких условиях можно их пускать? Так. Да, не отвлекайте инспектора Мэдисона. Аристотское министерство въезда. С сегодняшнего дня разрешен въезд иностранцам, имеющим действительные паспорта. На вашем рабочем месте установлена программа проверки. Тщательно проверяйте данные. Так, окей. Так, самое важное вот это дерьмо. Все. Погнали. Следующий. Быстрее. Так, ну раз нас учили сверять, то значит у него что-то не так должно быть. 24-й, 83-й. Леснеринадий из республики. Все правильно. 50-й мужик. Все верно, у него хороший паспорт, я тебе разрешаю. Давай, следующего. Быстрее. Почему они так долго, я не понимаю. Могли бы сделать анимацию немножко побыстрее. Так, 85-й, ты что, гонишь, что ли? Смотри, чувак, у тебя неправильно здесь. Так, давай. Блять, я даже не буду ничего спрашивать. Пошел вон отсюда. Good Winter the Great, спасибо за подписку. Следующий, господи, как они тянут. Так, ваши документы, женщина, 20.05, да какая ты, блядь, ты чё, морда, мразь, ты же мужик, да ну, вообще, даже не хочу ничего не выяснять, и пошел вон, давай, трансвеститов не пускаем, у нас демократия, точнее коммунизм, страна, которая зиждется на основах отношений между мужчинами и женщинами, а не мужчинами и мужчинами. Так, Парадизна... Бляха, муха, вроде все верно, короче, давай, следующего.
Илья Чутовский хорош. Да, конечно, хорош, я просто бешеный. Так, Иван из Видора, это Калечи. Ну-ка. Карта регионов, Калечи. Мне вот это надо вспоминать заново. Так, Видор действительно есть. Ну ладно, пусть будет. Коалакидней. Спасибо за подписку. Прекратите подписываться, ребят. Во время Papers, Please никаких подписок. Следующий. Господи. Женщина, вы могли бы побыстрее. Так, Хофф, Вильма, Аристоцкая, Орвич, Банор. Ага. Шлюха какая-то. Ну ладно, пускаем ее тогда. Пускаем. Женские развлечения, это хорошо. Я вам позвоню. До свидания, до свидания, до свидания. Ты в Сбербанке работать оператором? Я бы мог. Последний раз, когда в Сбербанке был, у меня так долго карту оформляли, и меня аж бомбануло. Это что такое? У тебя твоя мамка, что ли, на аватаре? Давай, пиздуй отсюда. Какого хрена? Алло, я еще могу поставить штамп? Я все увидел, ну же, ну, пожалуйста. Не успели. Скриптовое убийство. Я был так близок. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Сын болеет, нужно лекарство. Ну ладно, пусть поболеет пока, в принципе, ничего страшного. Павлик Морозов, хрен с ним. Так, подозреваются революционеры из Калечи. Ну, понятно, сейчас у нас будут какие-то проблемы с Калечи. Мэдисон, у меня экзамен по географии. Ответь на вопрос, выручай, где находится сейчас. Чуваки, я забыл починить Twitch Alerts. Сейчас я прочту, что он хотел. Он говорит, я не могу ответить, где находится Скал. Скал находится в Абдристане. Пора бы запомнить уже. Сейчас я пофикшу алертбокс. Надо поменьше сделать надпись. Так, donation alert. Donator message settings. Font size. Ну-ка. Так лучше будет? Давайте затестим. Все равно большие какие-то. Давайте еще меньше. Так. Еще раз. Только теперь надо цвет другой подобрать. Желтый теперь не подходит. Сейчас, ребят, я вместо желтого сделаю розовый. Во. Ну-ка. Теперь вообще ничего прочесть невозможно. Ладно, хрен с ним, чуваки, хрен с ним. Поехали дальше. Так. Инспектор, установлены правила въезда для иностранных граждан. Все иностранцы должны иметь при себе пропуск. На отсутствие документов... Нет, не надо. Так, а я могу людей из этого, из Калечи пускать? Могу, походу. Так, это сюда. А я не могу сюда это поставить? Нет, не могу. Карта регионов. Все, погнали, погнали, погнали. По эмоциям. Игра 7,5 из 10. Ну, такое. Так, бланк, пропуск до 25. На сегодняшний день. Женщина 84 из Юрка. Юрка, да, есть такое. Вроде она. Все, давай. Давай, давай. Следующий, следующий, следующий. Так, карт регионов сразу откроем, пока он идет. Так. Бляха-муха. Вот говно-то. Так, мне что надо-то? Нет, не это. Ой, я забыл, где это смотреть. Общие правила, иностранцы, пропуск. Козел, не мог сразу дать, надо было просто его послать в задницу. Сан-Мармера, Шубик, мужчина. Карта регионов. Фонтегри, Сан-Мармера. Да, надо было сразу ставить, раз... Тут я, конечно, очень много времени потерял. Это ужасно было. Поэтому сейчас мне надо будет, как бы это, на опыте, по-быстрому. Романа Ава из Цунейдо. Это шлюха. Шлюху мы пускаем.
Держи. Дальше. Следующий. Ну, в принципе, я сэкономил на ней достаточно времени. Мисс Мэри Везер, привет.